В Ульяновской области появился новый управленческий орган, получивший название «Совет региона» под председательством Сергея Морозова. В него вошли члены правительства и лидеры региональных отделений политических партий. Соперников по политической арене объединило одно – желание дальнейшего развития региона и выполнения наказов своих избирателей. И хотя многие из вас не получили мандатов в Государственной Думе или в Законодательном собрании, или даже в районных советах, все политические силы региона должны иметь возможность представлять и защищать интересы наших с вами избирателей, реализовывать полезные предложения и идеи, высказанные в ходе избирательной кампании. Именно поэтому считал и считаю, что Совет региона способен дать всем политическим силам региона именно такую возможность. Первое заседание Совета носило организационный характер. Были определены цели и задачи Совета, сформулированы основные подходы к дальнейшей работе. В качестве основной компетенции обозначена координация работы партий и органов государственной власти. Сегодняшнее заседание Совета региона в таком составе с лидерами партий, с лидерами общественных объединений, с лидерами различных национальных автономий – это очень важный инструмент. Очень важный инструмент, он не будет дублировать другие, он будет работать в своем формате. Среди основных тем для обсуждения – наиболее злободневные – дороги, транспорт, коммунальные услуги и социальные вопросы. Все поступающие от граждан вопросы теперь можно решить на одной площадке. Ульяновское региональное отделение ЛДПР полностью поддерживает инициативу губернатора о создании вот такого совета. Мы ждем от него очень много, в первую очередь исполнение наказов избирателей и обсуждение острых социальных проблем. То есть многие вещи, которые приходилось выходить вместе с людьми на протестные мероприятия, можно будет решить в таком вот формате. Встречаться, подводить итоги работы и утверждать новые планы. Лидеры партии планируют не менее одного раза в квартал. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.